Всем привет! Приехали сегодня по грибы. Хотели набрать опять. Искали, искали. Но опять нигде не нашли. Но зато нашли много маслят. Вот я почти ведерко насобирала уже. Пойдем дальше искать. Маслят очень много оказалось. Вот маслята спрятались в травке. Вот такими семейками они растут. Сразу по несколько штучек. Прям как и опята. Все, пойдем дальше искать. А здесь уже переросший. Погода сегодня очень хорошая. Бабье лето. Так, там вон вижу что-то, но не знаю, похоже это поганки. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот снова нашла. Такие вот маленькие. Все они такие маленькие, тверденькие, не червивые. Будем, наверное, мариновать. Вот такой лесочек. Заехали мы случайно сюда. И оказалось, что не зря. Семейство тоже целое грибочков. А вот мы приехали за опятами. Нашли удачное место. Здесь вот. Ну там вон лесочки. Вот здесь вот хорошая семеечка. Сейчас будем собирать. Да, хороший сегодня у нас урожай. Ну что же, поездка за грибами все-таки сегодня удалась. Маслята и любимые опята. Набрали вот столько. Сейчас еще там пакет несет Леша. Вот так вот. Вот еще пакет принес. В общем, вот столько мы насобирали сегодня. Где-то с 9 и до 12 мы собирали. Сейчас будем целый день их перерабатывать. Что-то заморозим, что-то икру какую-то сделаем. Варить. Посушим. Жарить, парить. Вот такой урожай. Значит, вот эти опятки я уже помыла. Крупные пойдут. Вот такие вот. Пойдут на икру. На жарку. А мелкие, красивые, буду мариновать. Вот такая полная раковина получилась. И здесь, тут в свою очередь, еще партия. Здесь отмокают маслята. И еще в свою очередь ждут вот эти маслята. Два пакета и ведро. Ну что ж, работы полным-полно. До ночи хватит делать.